Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Alisa Madness Returns, которая American Magi Alisa, часть вторая. Вот он наш, адмирал Черепах, телепаха, так сказать. А тут все тупичок, а вот тут что-то есть. Секретик, в котором длинная нора, а может кишка. Воспоминаницы. Хорошо. Негодяй носил причудливый головной убор. Если бы я когда-либо имел столь неприличный аксессуар, я бы его сжег, уничтожил все следы и отрицал бы его существование. Я дорожу своей репутацией. Все, больше ничего. Ну, тем не менее, это воспоминание, которое можно было пропустить, просто не пойдя назад. Так что... сходили. Как надо, правильно. Верной, так сказать, дорогой. О, лошадкой будем. Почивать. Интересно, а... это вот не считается. Его нельзя ударить. Ну и ладно. Тоже был бы, наверное, знатный босс. Что такое С? Можно посмотреть на С. Это обломок нашего чудеснейшего корабля. Да, вот так. На котором мы... Атакул. Спасались. Так, это какой-то морской полип. Ударить в прыжке нельзя. А, стрелять? Ну, так, вдруг. Бесполезно. Это useless. Вот, и мы выходим к какому-то... Что это вообще такое? Кладбище кораблей. О! Мы можем сходить туда, и мы туда сходим. А так-то нам по сценарию в ту сторону. Ну, давайте сначала заглянем налево. Сходим налево. Ай. Вот просто зубы и все. Просто зубы. Вот сейчас начнутся эти невидимые платформы. Прыжки на медузах. Недовижу. А ну да ладно. Вот опять, что посмотреть. Вот внизу что-то есть. Что вот это? Не знаю, нам туда, наверное, или как, или где. Опять же, медуза. Ее не надо трогать, правда? Что-то мне подсказывает, что не нужно ее трогать. Это хороший парогенератор или плохой? Наверное, хороший. Так, это хороший мурлок, снарк или плохой? Хрюкает, я услышал хрюк. Хрюк. Пока... Вот где-то вот здесь. И где оно, непонятно. Ну, давайте разберемся сначала с этим снарком. Снарк. Привет! How are you? Что дантист говорит? Как зубки? Жалко, что ты умер сейчас, но ничего. Новые вырастут. А, в смысле, снарки. А у них вырастут новые зубки. Подобрать бутылку. Подобрали. И все, что тут есть. Ну, тут есть еще пропасть. В которую, наверное, лучше не прыгать. Ну, так вот, вот. О, тут новые контейнеры, в которых содержатся все те же зубы. Но контейнеры новые. Это покрытые морскими всякими поликами, полипами, водорослями и... ракушками сундуки, которые как бы пролежали на днище моря. Ну, вообще странно. Это мы сейчас под водой или нет? Наверное, нет. Хотя поди пойми. Да, помнится, что в первой части Алиса могла дышать под водой благодаря подарку черепахи. Ну, то, что было там, это совсем не то, что будет тут, и вообще, в общем. Так, куда бы это пойти? Вот белые, я так понимаю, это хорошие. Я слышу хрюки. Я что, боюсь, если вот сейчас, вот прямо сейчас вниз пойду, я, возможно, обратно-то уже и не вернусь, и это будет печалька. Вот она, хрюкальная рыла. Наверное, она сейчас подпрыжку какую-нибудь нам тут...
Нет, это не подпрыжка. Это, как вы видите, это ловушка. Это же очевидно. Мы можем расстрелять. Нет, надо обязательно ударить. А-а-а! Фух. Надо... Оп, бабочками улететь. Интересно, можно ли эту штуку убить? Да и начихать. Ну и хорошо, в смысле, все, идем куда-то теперь к паровым подпрыжкам. Паровые подпрыжки. Так, ну там один зуб мы пропустили, ну и ладно. А вот тут не ладно. Сюда надо запрыгнуть. Тут же сундук, в котором очередной зуб. Как-то, я сказал бы, скудновато. В сундуке просто зубы и все. Как нам перепрыгнуть, наверное, пока красная медуза внизу. Так, теперь подумать. Вот. Сундук какой-то. Вообще, откуда... Что-то я уже совсем запутался. Откуда мы припрыгнули только что? Стоп. Это что, это я назад перепрыгнул? А, ну да. Правильно, назад. Стоп. Вот. Вот, туда нам надо, к сундучку и белой медузке. Тихо. Вот, вот теперь все правильно. Так и должно было быть, потому что так должно было быть. И я так подозреваю, что вот оттуда мы бы прыгнули, если бы обошли вот этот утес перед нами с той стороны. Так что, думаю, все правильно. Может, я что-то пропустил. Ведь я мог? Мог. Обратно мы не допрыгнем, так что нет никаких вариантов. Да еще и камера тут матом стоит. Ну, может, она скрывает что-то важное. Эх, ладно. Так, и мы заходим в дверь Lidl. Дверь семейства... Дверь в дом семейства Lidl. Дверь семейства Lidl. Окно семейства Lidl. Унитаз семейства Lidl. Я была последней в библиотеке той огненной ночью. Чурбан, который я подкинул в камин, даже не тлел, когда я поднималась наверх с Диной, с кошкой. Если это было не так, то, возможно, я виновата в смерти моей семьи. Если это было не так. А если это было так, то, возможно, она не виновата в смерти семьи. Ну, тут как-то так. Нам дают второй ключик, что говорит нам о том, что... Не знаю, о чем нам говорит. Но теперь их два. Вау. Как текстуры-то прогружаются внезапно. И вот мы выходим... Куда-то вот сюда. Куда это мы вообще? Где это все? Не знаю. Если это под водой, то оно какое-то странное. Оу, прыжок. Так, отлично. Спасибо. Ну да ладно. Бывает и хуже. Йоу, давай-давай. Пэнч. Йоу. Так, какой-то козел стреляет по нам. Вот он. И теперь его ножичком. И так два раза. И вот это мне не нравится. Разбить ему бомбу. И пока ему плющит от взрыва бомбы, режать ножичком. Как-то так. Ножить режечком. Так, вот тут у нас есть какой-то секретос. Секретос воспоминаниос. Значит, нам сюда дорога. Та-да-дан-та-дан-дан. Ну, это так, мелодия такая играется. Да. О, это что такое? Какая-то морская мандаринка. Не знаю, как назвать. Воу. Так, 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 это ловушка. It's a trap. Алиса, я польщен твоей любовью к моим морским созданиям. Фотографии являются своего рода имитацией. Великий художник фиксирует истинные сходства. Камеры же помогают любителям приблизиться к этому. Ну, то есть, что фотокамера делает простого человека, который не умеет рисовать, в какой-то мере фотографом. Ведь он видит прекрасно и старается это запечатлеть на свой чудесный фотоаппарат. Особенно, если он встроенный в какой-нибудь iPhone. Особенно прекрасно это, когда ты показываешь свои селфи.
Или там, ну, например, что-то типа показываешь свои... Что ты ешь на завтрак? Это же так всем интересно. Так, стоп. Бдынь, и появляется что? Вот, новые платформочки. Отлично. Перфект. Куда нам теперь бежать? Что делать? Куда бежать? А, они не пропадают ведь, правда? Я что думаю, сюда нам никуда не надо? Хрюканье какое-нибудь нет? А, вроде нет. А если нет, значит идем вперед. Только вперед. Ну, я думаю, туда, но тут вот, вот что-то все-таки тут есть. Что-то тут все-таки есть. Цветочки мы собираем. И рыло. Рыло. Да-да-да, рыло туда. Кто из вас рыло? О, это аж на вот... Куда-то... Наверное, на те платформы дальние. Ну, хорошо. Эу! Так. Ну, где... Что? Вот это там не рыло? Да нет. Точно не рыло. Ну, нам куда-то вот теперь к той платформе. Конечно, мы это сделаем, когда она пойдет вниз. Оп. И теперь перепрыгнуть красную медузу. Красный опасный. Красная медуза опасная, как две простые. Вот как я придумал, да? Так, тут ходить-то можно? Ходить-то можно, а толку от этого немного. Тут я опять чувствую невидимую стену. Ну ладно, значит нам по вот этим секретным платформам. И да, если бы на нас не было чудесного мегаплатья от гусеницы. Ух ты, а оно-то двигается. То мы бы и не видели. Где хрюк? Хрюк. Как теперь встать-то? Наверное, вот с кружочка будем стрелять. Камон, пиги, бдищ. И что, что произошло? Ага. Появился паропрыг. И вверху появилась личнейшая корзинка с зубами. Да. Не совсем понятно, кто вот собирает эти зубы. Ну, в смысле, кому они нужны? Золотые еще понятно как-то. Вот, ну... Простые. В чем смысл? Ценность-то в чем? Загадочная волшебность. Как же это сказать-то? Это... Ах, это загадочная волшебно-странная душа. Или душа из волшебностных. Кто? Зачем? Почему? Короче, тут я что-то не пойму. Вроде бы ничего нет. Тут невидимая стена. Ну, походу, нам только назад можно вернуться, да? Вау. Ну, ладно. Назад так назад. Да-да-да, я должен успеть. Нет. Прощай, Алиса. И мы вернулись назад. Нам засчитали все это путешествие, я очень надеюсь. А, нет, мы... Мы как бы еще тут. Я-то думал, нас вернули в стартовую точку. Ну ладно. Помечтал и хватит. Давай, пошла вон. Фу, кыш. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Слишком как-то быстро пошла наверх. А вот теперь она пошла вниз. И пока нас не настигла красная медуза, все, вот теперь нормально. Теперь то, что надо. Ну и я думаю, отсюда можно допрыгнуть даже по-простому. Без прыгающей поганки. Вот, вот теперь мы вернулись. И это все всего лишь для того, чтобы сходить за каким-то рылом. Ну да. Ну, ладно. Такие тут правила. Типа. Что ты дальше? Дырка, в которой...
Дайте угадаю. Бутылочка. Или зубы. Или бутылочка. Ой, куча сундучков, которых или зубы и... Ах, да. Наверное, их надо лошадкой. О, оприходовать. Привет. Познакомься с моим боевым пони. Да, это пока что пони. Все. Ну и ладно, идем дальше. Какой-то плотник с каким-то шоу. Надо побыстрее туда попасть. Да, вот куда-то сюда. О, Баррел Боттом. То есть, это, очевидно, городок, который называется Днище Бочки. Ну да. Где-то по соседству Бикини Боттом. А тут вот Баррел Боттом. Стоп, где-то кота должно быть видно. Кот, а вон наверху. Что скрывается под этой маской вежливости? Держу пари, что это нечто злое. Про какую маску? Вот я вижу тут какие-то изображения. Ну, вот эти вот синенькие. Это, наверное, плотник и... Морж? Это морж. Все, тут больше ничего нет. Свернуть, что-то найти секретное. Ага. Секрет-то был вот он. Но... Это всего лишь жалкие зубы. Могу его так сзади стукнуть. Абсолютно до лампочки. Ну и все, тогда до свидания. Мидия, устрица, кто бы то там ни было, ракушка. В общем, какой-то моллюск. Не, как красиво. Морской конек. Это красиво. Так. Прикольно, улитка используется как светильник на улице. И чё тут? Ну, и это город рыб. Вроде, вот рыба. Привет, рыба. Скажи что-нибудь. Мистер Рыба. Познакомься с моим боевым пони. Ну да, с этой стороны. Смотрю, ты какой-то неразговорчивый. Я за тобой слежу. Вот тут наверх что-то можно сходить. Ну, я так понимаю, город надо просто пройти. Чего это тут? А, двери, кстати. Двери как, не открываются? Ну, кнопка C не нажимается, то есть какое-то взаимодействие с дверями, не будет. Но тут-то мы видим не что иное, как статую чудесного нашего... Как его там? Плотника? Плотник. Интересная профессия. Плотник. Какие еще известны нам плотники? Где-то хрюкает что-то. Стоп. О, тут, конечно, рыло. Рыло. Ачху. И что появилось? А, корзинка. Отлично. Что еще здесь есть? Наверное, тут где-то есть секретные... Ходы в этом городке. Почему бы им тут не быть? Конечно, они где-то тут есть. Угу. Что ты скажешь? Рыбы, вот знаете, они молчат просто, ну, как рыбы. Так должно быть. Воу! Падай вниз. Может, не надо было? Что за звуки? Это тот самый... Неужели это тот самый, который кидает бомбы? Как его называют? Призрак! Бродит. Блин, не хватает. Вот если бы за один удар его можно было уничтожить, было бы значительно проще. Но нет. Ну что ты? Где ты там? Уже кидай... Свои бомбы. Его просто ударить надо? Или это другой какой-то? Привет. Познакомься с моим боевым пони. Ну, он уже в курсе. Он уже знаком, ему понравилось. Он пришел получить еще люлей от пони. Боевого пони.
Это стена разобьется? Нет. Но мы же зашли сюда не для того, чтобы набить морду. Как... Что ты не понял? Мы взяли хоть что-то тут? Или я как-то мимо прошел и ничего не заметил? Где все вкусности, секретности? Ничего нету? Тут мы тупо упали. Да. Вышли сюда, тут призрак, бомбометатель. Пират-бомбометчик. Ну, как-то так. И все, и тут выход дальше. Ну, значит, так надо. Хорошо, так надо. Оу, да, действительно так надо. Оказывается, тут воспоминания. Большинство театров и балаганов не подходит для молодых особ. Разборки Панча и Джуди не более чем вульгарные домашние дрязги. Ну, то есть, маленьким леди, у которых есть боевой пони, не место в этих вульгарных театрах, так называемых. Стоп, стой, стой. Ну что ж ты упал? Ла. Возможно, стоило как-то пролететь туда дальше. А возможно, мы просто стукнулись бы лбом об... Вот, кстати, тут же тоже можно пройти. Можно, конечно, можно. Нам же, наверное, не сюда, а вот туда, к театру, да? Ну, я так думаю. На, сюда же. Тоже можно зайти. Значит, что это должно быть? Что-то секреточное, секреточное. О, еще одна ракушка. Больше ничего тут не видать? Ага, ход дальше. Это что тут? Секретный секрет. Подводные мандаринки, или, возможно, это такие подводные кактусы, или какая-нибудь морская капуста. Ну, я знаю, что морская капуста — это водоросли, но с виду похожая на кочан капусты чем-то. Сейчас мы обязательно вернемся к ракушке, ну, потому что там же что-то, что-то ж есть в этой ракушке. Нам надо закрасить еще сердечки. Это просто бутылка. Не воспоминания, но, тем не менее, тоже хорошо. Угу. Едем дальше. Чё наикает? А, ну да, правильно. Когда она становится маленькой, это как будто она выпила уменьшительного зелья. Ну, того, который Drink Me написано. Ну и вот, икает. Что, пошли? Смотрим ракушку. Чего это? Тут уже не будет, наверное, такого простого, хорошего... Ой. У нас нет времени, нет времени ни на что. Сможешь ты выживать достаточно долго? Насколько долго? Воу! Ого, они тут такие вот ловкие. А мы тоже можем быть ловкие. Угу. Ой, они какие-то крутые. Их не вот эти вот шапки. Так, надо валить отсюда. Что тут? Ой, это что такое появляется? Еще один чайнутый. Ну, чисто какое-то прям восстание чайнутых. Не, не, надо валить отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче. Есть какое-то время? Или нам просто надо всех их убить? Так, уходим. Уходим. Они друг друга убивают, нет? Было бы хорошо, если бы так. Ух ты! Не, надо реально ножик. О! Можем кидать нашу любимую. Успех. Все, мы продержались необходимое время, но я не заметил что-то таймера. Ну же, Алиса, не бездельничай, ты уже опоздала на поезд. Ну и рожа хуже моей. Собрать краску для роз. И это будет вторая часть. Вторая четверть розы. Все, теперь куда деваться? Брым-брым-брым-брым-брым-брым само. Там держатся фиалки, уменьшалки, может быть, и что-нибудь интересное. Согласен, абсолютно согласен. И мы вернулись обратно к ракушке. Ладно, пожалуй, дальше мы уже пройдем. В следующем эпизоде вернемся в город. И там завершим сегодняшний эпизод. Ведь все правильно, мы все собрали, все как надо. Я не уверен, но, возможно, мы что-то пропустили. Давайте, так, не мы, я. Понятно, я играю. А вы только смотрите и веселитесь, надеюсь. Если это не очень уныло.
Довольно уныло. Все, адьос. С вами был Джага и Алиса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!